Так, был вопрос по Яндексу. Давайте вот по Яндексу рассмотрим. Вот это месячный график, соответственно, что у нас было по Яндексу. Но здесь вот у него начался поступательный рост очень сильный. Был пробой вот этого уровня, сильный уровень у Яндекса 1900-1910. И, соответственно, он ушел в новый диапазон 1910-2530. Вот здесь возник перехай и нарисовалась такая вот разворотная формация. То есть такая формация, она обычно приводит к корректирующему движению вниз. Это то, что касается месячного графика. Давайте посмотрим, что у нас на дневном графике. Так, на дневном графике у нас получается картина немножко иная. Здесь у нас идет игра, то есть идет закуп акций в диапазоне 2250-2300. То есть он здесь закупает, дальше он цену разгоняет наверх и здесь раздает. Соответственно, сейчас вот у нас произошел отбой от верхнего уровня и возникло корректирующее движение вниз, причем на растущих объемах. Что нас ждет дальше? Ну вот смотрите, вот если он в этот диапазон, в который он уже зашел, 2250-2300, вот если здесь в этом диапазончике он куда зашел, падают объемы, и то он, соответственно, в этой ситуации, скорее всего, либо проторгуется, либо сразу вернется вот сюда, вот наверх. У него здесь две цели, 2400-2441. Вот, если же он вот этот диапазончик проходит на повышенных объемах, то это, скорее всего, корректирующее движение, и он уйдет вниз. Соответственно, у него будет нижняя цель, конечная, возможно, 1900. Вот. Но пока он не преодолел вот эту область 2251-2300, то, соответственно, здесь сохраняется возможность для корректирующего возврата вот сюда, 2400-2441. Но посмотрим, что будет в среду, в четверг. То есть, может быть, он и отрикошетит. Но если эту область он прошьет на повышенных объемах, то, соответственно, акция уйдет ниже. Возможно, даже на 1900. Так, ну это, в общем-то, все по Яндексу, друзья. Спасибо за внимание. До свидания.